В Карагандинской области на 2% повысился показатель реального исполнения судебных решений. Местные должники выплатили в минувшем году 3,5 миллиарда тенге. Об этом шла речь на расширенной коллегии с участием министра юстиции. Берег Имашев отметил, спрос с алиментщиков должен стать еще жестче. Полномочия судебных исполнителей значительно расширились. Теперь у них есть право составлять протоколы по нескольким статьям административного кодекса, касающимся исполнения решений суда. Разработана информационная система, которая снизит нагрузку на сотрудников. Снять и наложить арест, прекратить производство, взыскать санкции теперь можно в автоматическом режиме. Также предусмотрена возможность онлайн-оплаты имеющихся задолженностей. В Карагандинской области более 5000 нерадивых отцов сегодня продолжают уклоняться от помощи своим детям. В органах юстиции также проведены большие изменения. Теперь все исполнительное производство находится в департаментах юстиции. Вот. В частности, министр юстиции дал конкретные поручения в развитии данного направления. Большое внимание он попросил уделить взысканию алиментов и выплатам заработной платы.